Привет, ребят, с вами Бес, это у нас игрушка Stickman War, Legends of Stick. Сегодня мы вместе с вами будем продолжать проходить кампанию, так что, ребят, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал новый, ребят. Давайте-ка начнем прохождение Майнкрафта. Окей, ребят. Ну, давайте-ка сделаем, конечно, тут наших юнитов и посмотрим, какие тут майнкрафтерские чуваки будут. Смотрите, у них уже кирки из Майнкрафта получается. Но мечи не из Майнкрафта, хотя нет, это копье. А копье в Майнкрафте вроде как нет, да? Так, идем защищаться немножко. Так, интересно, прям как мечники будут тут выглядеть. Вау, один копейщик, серьезно? Так жестко? Офигеть. Не, мечники тоже обычные получаются, челики. Один копейщик получается... Что это за фигня? Не могут дотянуться. Серьезно? Нет, это ГГшка, ребят. Да, это ГГшка. Как-то странно на самом-то деле получается, но... Ладно, а чё? Давайте-ка по-быстренькому сделаем себе лучников. Да и не только лучников, я так понимаю, тут нам придется сделать, получается. Ну и все остальное. Так, еще один копейщик нам понадобится тут. Идем защищаться по-быстренькому. Так. Ну ладно, вроде как на этот раз не так уж и больно было, как в прошлой. Но все же. Так. Че, идем нападать? Так, минус лучники. Да, минус лучники, ребят, смотрите. А как тут справляться-то? Я что-то не понимаю. Вообще прям не понимаю, как тут можно разобраться, если честно. Так. Угу. Катапульту уничтожать могут, не? Не, походу, дело не смогут. Так, катапульта в ближнем дистанции тоже неплохо так стреляет. Опа, все, гигантик пошел. Давай, гигант. Вся надежда на тебя, чувак. А то наши мелкие челики что-то вообще не справляются. Так, нету у нас денежек для еще одного гиганта. Ну, не, ребят, все. Это ГГшка, лучше рестартнуть. А давайте-ка сделаем мы как-то вот так. Одного гиганта сделаем на всяком пожарном случае, чтобы он танковал, так скажем. Возможно, даже чувак не будет нападать в этом случае. Да, ребят, смотрите, чувак не нападает. Хорош. Все-таки гигант делает свое дело. Если чувак видит, что у нас нету армии, то нападает, получается. Но, окей, пока что вроде как... Решил чел не нападать. Окей. Допустим. Вот так. Еще один копейщик нам, получается, нужен. Ну не, копейщик, ребят, раскидывает просто в хламчик. Чё за хренотень? Я не знаю, честно, что тут нам стоит делать, чтобы как-то выживать. Не знаю. Так, ладно. Давайте-ка одного копейщика мы сейчас сделаем. Вот. С денежками. Не знаю, проблем будет сейчас, не? Так, идем сразу защищаться. Да. Копейщик. Давай, давай, давай. Все хорош. Так. Что, пойдем в атаку? С помощью одного копейщика. Не, скорее всего... Это не самая лучшая идейка была. Сейчас пойти в атаку с одним копейщиком. Так, гигант и гиганта будут прикрывать, собственно, лучники. На гигант что-то сейчас дохнет. Наш. Скорее всего, вот эту атаку, если мы сможем как-нибудь предотвратить, то все остальное получится неплохо. Но не, не смогли. Не, ребят, это очень трудный уровень. Прям капец какой трудный. Ладно. 8 рабочих. С рабочими вроде более-менее получается у нас начинать. Хорошо. Так. Один копейщик. Не, давайте-ка гиганта все-таки. Угу. Вот так. Дальше что? Давайте-ка... Двух юнитов идем защищаться пока что. Так, катапульту уничтожать сможем, не? Не, походу не сможем.
Так, лучники, давайте. Так. До катапульты дошли. Это хорошо. Это уже хорошо, ребят, смотрите. Конечно, некоторые из наших чуваков тупо сдохли, но... все же у нас что-то уже есть. Так. А давайте-ка сейчас стрелами мы будем встречать чуваков. Все. Походу дело, ребят, на этот раз у нас все идет довольно-таки неплохо. Да, надо было только отбивать вражескую катапульту и все. Все остальное, по сути дела, должно само по себе уже довольно неплохо проходить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть рабочих, да, у нас вроде как. Семь. Что, может, еще стрелу отправим? Давайте-ка еще разочек стрелу отправим. Конечно, возможно, зря я все это дело трачу, но все же. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семь рабочих сейчас у нас, так что еще одного надо бы сделать. Давайте-ка катапульту сделаем. Катапульта вроде как творит довольно-таки неплохие вещи. Надеюсь, что у нас тоже так будет работать, хотя наша катапульта практически не прокачана. Вот, но все же. Стоит бы нам попробовать. Вражеских катапульт я что-то не вижу. Это хорошо. Увеличиваем нашу армию. Может, вторую катапульту тоже сделать? Можно, в принципе, попробовать. Хотя нам еще гигант понадобится, ребят. Давайте-ка, ладно, катапульту. И гигант. Во-во-во. Все, минуснули одного лучника и, собственно, сделали гиганта. Хорошо, ждем, пока наша вторая катапульта и гигант выйдут. И, по идее, можно будет уже направляться в атаку. Но перед этим мы будем, ребят, так, использовать опять-таки наши стрелы. Чтобы уж наверняка прям получилось у нас нормально. Все, стрелы пошли. Катапульты. Блин, катапульты не так уж и эффективно стали работать. Ну ладно. Сойдет, опа. Чел решил все-таки как-то... опа, по-другому сделать. Но не-не-не-не-не-не-не. Так, идем сейчас защищаться. Наши гиганты сдохли, ребят, только. Угу. Все, защищаемся. Так. Окей. Гиганты наши вышли. Нет! Ой, бляха-муха, вот это было обидно. Это было прям капец как обидно, сколько лучников мы профукали. С одним разом, блин. Ладно. У врага на этот раз есть катапульта. Не знаю, как поможет катапульта нашему врагу. Но все же, у нас есть стрелы. Может, стрелами воспользоваться будем, не? Так, еще один гигант. Но гиганты как-то что-то подозрительно быстро сдыхают. Не так уж и хорошо. И на этот раз попробуем, скорее всего, мы без копейщиков играть. Скорее всего, да. Копейщики, они зря занимают место. И, кстати, наши катапульты не только уж и эффективно били по вражескому замку, кстати. Это было плохо. Очень плохо. Так, армия из гигантов у нас готова, и, в принципе, можно нападать, по сути дела. Так, сейчас вражескую катапульту надо бы сносить как-нибудь. Но катапульта против гигантов не так уж и эффективно будет сейчас действовать, да? Ну, ладно. Так, ну давайте-ка вышку фигарьте, лучники наши. Е-е-е, красавчики. Ну, конечно, потеряли мы тут немало, но все же затащили. Ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить, ребят, лайки и подписаться на канал. Ну а с вами был Бес. Всем удачи, ребят, и всем пока.